Так, все, вышел из метро. Так, все, теперь надо перебраться. Так, всем привет, с вами я, Кирилл. Сегодня я поеду в деревню жителя номер один. Тут, кстати, не так сильно далеко. Вот, кстати, поезд прибывает. Кстати, это паровоз. Часто тут прибывают электрички какие-то. А то сегодня у нас паровоз. Так, сейчас посмотрим наш билет. Так. Отправление выезда поезда у нас 13:48. Так. Уважаемые пассажиры, поезд прибывает на станцию метро Пыхина. Отправление через... Так, через... одну минуту. Это что значит? Это что? Стоянка одна минута? Это что значит? Это как? Что это за розыгрыш? Ладно. Внимание! Поезд прибыл на станции метро Выхино. Стоянка одна минута. Благодарим за внимание. Так, вот. Сейчас скоро будет отправление. Ладно, давай. Так, у нас... последний вагон. О, уже отправляется. Видно уже. Ну да, потихоньку. А, еще не прибыл? Не знаю. Так. Наверное, еще не так сильно поезд прибыл. Потому что это советский. Уважаемые пассажиры, поезд номер 38, сообщение. Станция метро Выхино. До станции деревня номер 1 направляется. Будьте внимательны и осторожны. Так, все, мы отправились. Вот, все, отправляемся. Вот. Прикольно тут, кстати. Вот, все. Отправились, все. Сейчас буду подавать сигнал, кажется. Вот. Наверное, там звук не слышно паровоза, потому что это последний вагон. Шло, поделаешь. Давайте тут пока будем оглянемся. Ну да, прикольно. Ну нормально, советские купешки. Что поделать и можно. Ладно, давайте. Так, а что тут? А тут у нас ничего. Ладно, давайте сядем. Все, сели. Все, и едем к месту назначения. Потому что дорога чуть-чуть такая, нормальненькая. Но у нас будет большой путь. Ладно, сейчас включусь. Так, ну все, кажется, отправились. Ой, еще раз всем привет. Так, мы, как сказать, мы там сменили, ну, там сменили поезд, потому что там расцепление как-то случайно произошло на паровозе. Мы не сможем поехать, но нам там уже паровоз отвезли, я не смог это показать, как-то все произошло, я не знал просто. Эх, ну, придется ехать на электричке. Ну, как-то было бы... И было бы весело на паровозе ехать. Ну, ладно. Так, ну, надо уже готовиться к высадке, потому что скоро уже будет станция. Кстати, можно там нам сказать, можно еще брать за контроль машиниста, можешь посмотреть. Давайте. А, ну да, сказали тут просто вот так. Ну, наверное, это не такой сильно хороший приемчик. Наверное, это короткое видео чуть-чуть, ну, что поделать для вас. Вот такое. О! Годок подали. Вот, кажется, как это мы уже все прибываем на станцию. Деревня номер один, потому что вот у нас так. Ну да, вот, да, поезд номер 38, но это 48 у нас, потому что
У нас сегодня было там, я не знала, что у нас такое будет. Ладно. Наверное, то просто замерзло. Так, о, пока вот это уберем. Так, ну-ка, видно, мы уже будем подъезжать на станцию. Уже там скоро должен быть один переезд, на котором мы должны подъехать. Давайте так, походим. Ну, а что поделать на электричке? Потому что, паровоза мне... А он был реально красивый. Расцепление там случайно произошло, потому что это он советский. Управлять там трудно. Ладно. Ковидно опять будет прибывать. Будет опять. Уже будет набирать ход. Да, уже рано набирает. Потому что уже станция чуть-чуть еще далеко, но а мы прибываем пока потихоньку. Так, все, посигналили, что это значит, что дали приезд. Давайте как-то выглянем в окошко. Так, давайте как-то выглянем. А, еще рано. Еще рано. Странно. Ну да, РЖД. Вот тут видите, РЖД тут было. Ну да. Ничего не видно, ну, у вас это баня. Можем пассажиры. Долго как-то уже едем. Вот так. Может для вас музыку включить. Вот крокодилиный голубой вагон. Я вот как раз для вас включил. Можете пока послушать, а я буду ехать. Сейчас вернусь. Гена, я с тобой поеду. Спасибо, Чебурашка. Молодец, старик. Не оставил друга. А ну-ка, подвинься. Крокодил, играй. Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Так, ну пока скатертью, мы едем, ну вот мы приезжаем через ЖД-переезд. Кстати, это ЖД-переезд не работает, потому что железнодорожные прокладки уже только недавно уже покрыли, вот. Уважаемые пассажиры, вот прибывает на станцию деревня номер 1. Готовьтесь к высадке. Вот, все. Первый путь. Так, все, первый путь. Ну, ладно. Давайте как-то будем готовиться к высадке. Ладно, сейчас включусь. Так, ну все, я выхожу. Так, все. Все, больше тут нет путей. Я сейчас буду идти к своей, ну, уже к деревне. Там где-то идти где-то 10-100 метров. Потому что далее там уже все не можно. Там. Ну, короче, я все, побежал. Так, все, пока ЭТМ-2М. Ну ладно, все, пока. Ладно, а и вам тоже всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.